Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня сняла для вас видео на мотивацию мытье холодильника. Так что давайте вместе с вами наведем порядок в холодильнике. Пока у меня дети спят, я решила не терять зря время и навести здесь порядок, потому что здесь уже составлено все друг на дружке и не на тех местах, где должно бы все стоять. Особенно в морозилке, пока мы делали с Викой кормушки, я все сгрузила в нижние ящики, все это лежит кучей, нужно будет сейчас все разобрать, перемыть, ну естественно перед Новым годом, чтобы холодильник был чистым. Для начала уберу все из холодильника, все составлю на стол. Знаете, так на первый взгляд кажется, что полно вообще всего, потому что здесь и мешочки остались, все в общем я скидывала в холодильник. Здесь я решила помыть под душем коврики, которые стелю на полке холодильника. До этого у меня были какие-то цветные такие прорезиненные, но от них оказалось очень темно и как-то беспорядочно, потому что ну, они были какие-то фиолетовые. Я вот в Леруа Мерлен купила такие коврики, разрезала их по размерам и поэтому стелю теперь на полочке. От этого холодильник остается чище, достаточно просто промыть эти коврики и все. Мыть начинаю холодильник сверху, как вы уже заметили, здесь очень много пыли. Холодильник я всегда мою самым обычным средством, которое находится у каждой хозяйки на кухне, это уксус и вода. Просто разбавляю уксус с водой, наливаю в пульверизатор и обрызгиваю холодильник. На какое-то время оставляю, чтобы уксус немножко поработал. И далее начинаю просто мыть. Тщательно уже, очень хорошо дезинфицирует, все вот это вот отмывает, убирает запахи, если что-то есть в холодильнике, да. Вот, а потом просто протираю насухо сухой тряпочкой и все. Раньше я покупала какие-то там специальные средства для холодильников, универсальные какие-то, но потом просто перешла на уксус, он прекрасно справляется со своей задачей. То же самое делаем и с морозильной камерой. Как видите, внизу у меня тут вообще просто ужас творится. Здесь вот это все то, что я скинула в кучу. Будем сейчас с вами все это отмывать и разбирать. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь, ставьте пальчики вверх. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Ну а теперь займусь мытьем лоточков, которые крепятся на дверце холодильника. Их я буду мыть просто с обычным средством для мытья посуды. Они не такие грязные, потому что я особо ничего не ставлю на дверцу холодильника. Не знаю, мне почему-то кажется, что она под тяжестью будет как-то провисать, что ли, и неплотно закрываться. Не знаю, хотя у многих, смотрю, и молоко там стоит, и все, но я как-то особо стараюсь туда ничего не ставить. Ну и собственно все лоточки, все ящички помыты, чистые. Теперь нужно только все разложить по своим местам, разобрать все вот эти кучи, выкинуть что-то лишнее. Вообще в холодильнике у меня в принципе нет никакой организации, какой-то системы хранения, хотя я у многих девочек видела, что они хранят продукты в отдельных контейнерах, разделяя на какие-то категории, там колбасы, молочку, что-то такое. Очень, конечно, хочется тоже попробовать. У меня два контейнера есть, я их уже примеряла. Поэтому, возможно, если буду делать заказ в IKEA, скорее всего, закажу, наверное, может быть, парочку еще. И попробую тоже распределять, хотя, не знаю, вряд ли здесь будет сохраняться порядок такой, потому что я уже говорила, сначала я вот так вот все расставлю, все по полочкам, все аккуратненько, но потом, когда начинаю торопиться что-то, да, быстренько приготовить нужно, быстро разогреть, быстро убрать, я начинаю составлять все в разнобой, просто там, где бывает свободное место. Но думаю, если все разложить по контейнерам, то будет, наверное, гораздо проще. Не знаю, проверим со временем еще. Но теперь давайте вымоем с вами холодильник снаружи. Тоже так же все протираю уксусом. И насухо потом протираю обычной сухой тряпочкой. Кстати, холодильник вот я мою тоже вот этими одноразовыми полотенчиками. Очень удобно.
Ну все. На холодильнике, кстати, я особо ничего не развешиваю. Здесь у нас висит только термометр и два вот таких магнита. Это еще, по-моему, когда Викульке годик был, мы такие фотографии распечатывали на память. Ну что, давайте покажу, как я все разложила. На верхнюю полку я приспособила вот этот контейнер из IKEA. Здесь у меня варенье, яйца и огурцы. На второй полке у меня молочка. Здесь готовые уже сваренные блюда какие-то. И это ящик для овощей. На дверце здесь у меня в одном отсеке лекарства наши, которые хранятся в холодильнике, и рядом для кошки. Эти все у меня пустые. Скорлупу от яиц не выкидываю, грызу потом, потому что кальция не хватает. Шутка. У родителей просто куры, и мы им потом отдаем. Здесь у меня хранятся разные соусы, горчица, у которой вышел срок годности. Вот ладно, сейчас посмотрела, выбросила. Ну и здесь такое немножко осталось у мужа. Ну и все. В морозилке тоже все разложила. Здесь у меня слоеное тесто, маргарин и сливочное масло хранится. Далее здесь я храню овощи замороженные, ягоды. Во втором у меня мясо хранится. Тоже ничего много не складываю. Внизу рыбный отдел, но так как рыбы нету, он у меня пока пустой. Спасибо, что досмотрели до конца. Всем пока-пока!